Асус, тебе там на центре страдать придется. Нет, Асус, ты берешь правый фланг. Электрольф, you will take center, and you will be assisted with Sanchez. Sanchez, тебе левый фланг, он самый простой. Тебе придется еще помогать на центре. Холм там, по-моему. Так, хорошо. Да, холм тебе, скорее всего, не взять, потому что там овраг большой. То есть нам нужно будет держать правый фланг, поэтому я туда Асуса послал. Центр. Я возьму Арту. А, Серег, только после истечения таймера поставишь на 2 минутки, на 1.5 минутки на паузу. Ой, как это не... Ну, вылетит же. Я понимаю, да. Ну, хорошо, ну надо, просто мне тут текстурщик пишет, спрашивает этот, мне надо быстро ему кое-что пометить и обратно фотку скинуть. Да, хорошо. Окей, we will have artillery support, so you can call it. Where should I go again? You will go on center, take this hill, and try to hold it with the help of Sanchez. You will be attacked from front and the left side. Should I take airborne VDV or should I take normal? No, you should take normal because VDV okay. is a bit nerfed. Maybe next time. You will attack on, from left side and the center. You can see road from the left of the hill. Be sure that enemy tanks won't go there to our rear. So I'm in the middle, right? Yes, you are okay. Purely on the middle. You'll be assisted by Sanchez. Okay. Just that. So I need to take watch out on the right side from tanks. Yes. You don't need a. Watch out on the right side, I hope it. We have a pause in about 2 minutes because Sanchez is AFK. Then we'll start. Поехали. А, поехали. Так, я налево, да? И ага. Центр помогаю. Я тоже вызову сейчас мотострелков. А Димка что-то... Да. Димка катапульту для БПЛА в общие войска добавил? Да, это правильно на самом деле, потому что БПЛА много. Реально много. Американцев у натовцев тоже есть, да? Ну да, я думаю, что... Сколько, сколько? 100! 100 очков для катапульты этой! Нет, я ее не могу. 100 очков катапульты? Это что-то кто-то очень до хрена. Это Димка. Димка, ты здесь? Нет, он там. Oh, так. If I can ask, what was changed in latest version of patch? We have... Unmanned airborne vehicles on the common troops, so you can use it too. Okay. But they're rather expensive. Так, они сейчас. Танк.
Санчес, пожалуйста, сделай так, чтобы танки не проезжали. Тогда я сейчас долбать центр. Yes, of course. Try to use launchers. Mm-hmm. They're very effective. I know. I'm just trying to get first to them. Так, Санчес, с своего фланга меня долбят танки. Уже раздолбали арту. Санчес, ты меня слышишь? Да, 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 я тебя слышу. Бай. А мне танк раздолбали. Жду задания. Вот так вот, дух. О, господи! Все дергайся, да? Так. Ладно. Асус, как у тебя там? Гола. Так. Тима. Тима. У нас проблемы на центре, почему-то слева. И вообще везде вообще. Так, сейчас я тут апрос выбью. Кстати, я уже подвел арту. Плохо. Hector, he's on track, so get back the tank and hit him from safe distance. Assisted by Sanchez, so you can. Yes. Yeah, this is a card a little bugged, so these trees bugged, which are not passing any tanks or anything. Mission accomplished. Так, Sanchez, долбай у Bradley, я не буду ее трогать. Yes. Когда чуюсь на танк. Взял и упал. Поддержка вообще есть? Опа. Противник по правому борту. Ромичник-то на земле. А сколько против тебя кто играет? Губи. Первый ломич. Ромич, мы периодически помогаем. Вот так вот! Обрабатываем технику. Тебя направлю. Так, все, лаки нет. Держать направление! Делаем, похоже, мы неправильную тактику. Могут немножко непривычная новая мышка, и у нее чувствительность такая слишком резкая. Огонь!
Жду задания. Прикройте меня! Держать направление! Они автодобры. Будет выполнено! Я не знаю, что с танками делать. Назад я их не уведу, и починить их тоже не дадут. Не пропускай, Санчес, танки вот, по да дороге. Да не у них. У нас-то танков нет, точнее, на нашей территории. У нас танков нету, я понимаю, что не будет, но нельзя пропускать враж. Я сейчас попробую, подъеду с этой точки и ушли. Мне бы починить трак и свалить. Что я и сделал. Не встанет. Ну, 8 теперь без наров. Похоже, да. Так. Катапульта за 100. Кто хочет? Да, командир. Второй и четвертый. Перенести огонь на новую цель. Взвод к бою! Касаса сюда. Взял, блин, сука. Слушаю, командир. Станков хотя бы. Подави дальше. Да, да, да. Тихонько. Да, дела. Гонку у нас своим немало. Могу галбицу дать. Я формовал. Ну, они у меня будут под свободным огнем. Да там пеха уже сидела. Можно как-то пробрал. Будьте строй. Вон САУ, Серега. То, что что? САУ. Паладин. Паладин, понял. Это где? Это точно место? А, вот. Вот. Блин. Prepare yourself. I will go to destroy enemy quickly. Немножко что это. Так, нет, он ушел. Он сейчас ревень займет, надо танк выбить. Так, внимание. Асус, ты хотел танк? И гаубица? Бежал. И мотолыги в комплекте. Соедините осколочный! Ходить по одному. А, вот, вот, понял. Бах! А, кстати, эти ПТРК не чинятся, если их сломали? Какие? Ну, конкурсы там... То есть, если совсем сломали, то не получится. Нет, там у него труба сломана. Ой-ой-ой. Понял, 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 работаю. Там паладин еще. Жду задания. Убей эту штуку, я попытаюсь. Я постараюсь. Он за холмом. Причем я даже не знаю, где точно. Так, сейчас еще пехоту привезу. Нас вот... Оп! Это по мне, блин, я уничтожен. Ёпта. А кто у них на Град сейчас будет.
Я могу лево заштурмовать. Сейчас пеха будет. Жду задания. Держите, суки! Да, он меня подловил, к сожалению. Сейчас градом долбанул. Сюда бы долбанул потом, после центра. Один пакет хотя бы. Нет, на правом фланге надо. Ты не будешь атаковать туда. Я почему не буду? Потому что не будешь. Так ты, надо брать центр и правый фланг. Противник по правому борту! И значит, ничего же не успею. Хорошо. Я могу направо помочь. Или на центре. Так, у них бы была. Я его потом забыл. Впереди противник! Жду задания. Ну хоть сказал бы, что огонь не открываешь. Убили, да. Жду задания. Парни, вытаскивайте меня отсюда. Жду задания. Видишь? Свет, на свет дал. Ты же за свет. Работаю. Сейчас. Пошли. Nice work, Victor. Try to control the center. Я зачем? Вон новый отряд. Вверх отряд беру. Так, ладно, думаю, что пока хватит. Жду задания. Прикройте меня! Ребята, готовьтесь к наградам! Противник впереди! Второй и четвертый перенести огонь на новую. Да, вынесли. Порывается. Куда он порывается? Так, ну что, я все как куплю еще одну гаубицу. Жду задания. Да, слушай, только не вздумай захватывать точку. Если гранаты есть, то попробуй уничтожить арту. Второе, четвертое, перенести огонь на новую цель. Нет, миномет. Помощь так ходит. Жду задания. Миномет. Сейчас. Я еще одну гаубицу куплю, попробую. Вот к бою! В атаку! Я побежу! Еще 10 очков, если мы доживем. Асус. Вы должны захватить сейчас твою точку. Я сейчас пригодю тебе гаубицу. Буду помогать атаковать. Вот это надо выбить, мешает очень сильно. Потому что без этого... Ну, противник по левому борту! Саня, прикрой, он еще справа есть! Эльторф, you should hold center point, or else we lose. Так, все галпусы на дистанции. Работаю. Так, я везу пеху на центр. Пока не знаю, нам надо и право забирать, то что толку, что мы центр забираем, не право задержим. Сейчас я отработаю до точки, а потом после. Противник
такая, ну... Серега, сюда надо работать. Не-не, я сваливаю. Вот, прям взрыв, шахит, мобиль. Нет, крачет, ты их за это накатишь. Готов отработать по пехоте. Да, сюда внутренний миномет, фиготы. А, слушайте, что там какие? Там меня арта души. Арта будет пустить. Так, танк уничтожен. А, право мы чем отбирать будем? Не, я думаю, что мы уже проиграли. Второй, четвертый, перенести огонь на новую цель. Вон арта едет. Я тебе сейчас снесу пулемет. Вот, пожалуйста. О. Но... Так, понятно. Нету гаубицы. Прикройте меня! Я кашку плю сейчас скоро свою. Вот, к бою! Бей. Я сейчас атакую. Я могу прислать только ту пушку. Кто в тыл? Пехота высаживается, не калоши. Я ее нагустил, ты ее можешь выбить. Пенечку до гаубицы. Взял и упал, сука. Саня, прикрой, он еще справится. Град готов. Жду задание. Эй, Кольф, please, attack to red. I saw lots of infantry. Time to heal. Жду задание. Hmm? Yeah. What do you mean, sorry? Prepare to grapple. Прикройте меня! Enemy artillery? Yes. Second, salvo. Справа прорыв. Ну закрывай, надо, пиши, глядеть. Да нет, ну сейчас, мы уже доиграем. Саня, прикрой, он еще справа есть. Прикройте меня. Задание принято. Саня, прикрой, он еще справа есть. О,
и встал. Пизда. Ладно. Так, работаем по целям на правом фланге. Помогите! Прикройте меня! Саня, прикрой, вон еще справа есть! Так, у них лавка. И вижу гранатомет, сейчас работает. Он гранит, что хозяин, вали, пока он тут не закрылся. Вот мне даже вон сюда. Ну оставь деньги-то.